Йоу, здорово, молодые, с вами Димка, и мы заканчиваем проходить игрушку Anger Food. Тут просто нежданчиком выпала нам еще добавочная карта, где нужно попустить еще самого главаря из 4 районов. Так что я думаю, много времени это не займет. Сейчас уже заряжаем свои ганы и отправляемся к нему в преступную башню. Это то, куда мы сейчас приедем, за ним педаль в пол, первая карта, погнали. Все, полетели, пацаны, сейчас я их, короче, раскумарю здесь всех, чтобы они отлетели, знали и помнили. Так, завозим тачку. Ой, ее босые ноги. Парни, я уже за рулем. На этой машине только так и ездит. Ну, здорово, штришки. Че, мы всех попускаем или что? Ё-моё, ни хрена, это что за такие дрифточки? А игра начинает обретать неожиданные повороты. Спейс дрифтовать. Ёпта. Ни хрена себе, я аж об колонны расшибаюсь. Не, ну эта машинка неплохая. На что этот Овин вообще надеялся? У этого парня тоже ни хрена не выйдет. А че, куда заезжать-то? Сюда, что ли? Ни хрена себе, разрушаемое окружение. Что здесь происходит, блин, это как будто бы миссия в GTA San Andreas в конце. Блин, бедная мышь трусами мне хотела на лобовуху запрыгнуть, но я не по мышам. Если только не речь о гаечке идет. Блин, она не фуренок, так что все нормально. Пацаны, проскакиваем. Ё-моё, ну-ка, челядь, пошли нахер отсюда. Так, сейчас направо, налево, думала, что королева. Собачка качает в такт. Главное, чтобы она писить не начала себе прямо в рот. Ой-ой-ой, пацаны, метро, не метро, вообще пофиг. Голосуйте преступление, да пошел ты. Мы уже подъезжаем. Все, пацаны, мы, по-моему, причалили просто. Нормально, слушайте, собаки качают головой. И я тоже молодой. Поэтому, блин, слишком много каких-то дырявых рифов за сегодня происходит. Так, и что тут у нас по левлам? Блин, надо было эту игру, по-моему... По-моему, надо было эту игру просто допройти еще в предыдущей серии. Преступная башня. Сейчас мы, короче, пройдем ее, попустим. Я не знаю, делайте ставки, сколько минут это займет. Я думаю, по длине видео вы и так поймете, сколько это займет. Быстро плыть. Так, пошли в очко, блин, я тут прорываюсь. На нахрен. Зенитки, ботинки. Блин, штрихи что-то пытаются защищать своего единственного оставшегося босса, который тоже будет попуском скоро. Блин, тут что-то вообще, он прямо всех созвал. Ни хрена себе, я тебе, блин, сейчас всех соберу здесь. Да никто, все просто вы на тот свет сейчас у меня отправитесь вместе со своим боссом. Хай, босс! Хай, мыши! Мыши, вы все сами на перо сейчас сядете, блин, тик-такли. Это вообще тут все подряд просто. Овна тоже затрепал. Кроко. Сак май коко. Вот это да, новые рифмы от Димки. Ёпта, а чё, куда здесь вообще убегать-то? Тут что-то еще понаехали, по-моему. Да под... Ни хрена себе, приглушили меня, слышь, петушок. Я тебе сейчас... пронзю, это у него случайно получилось, пацаны, сейчас мы, короче, их попустим всех. Лево, право. Сколько это времени, интересно, займет сейчас, короче. Ребята, вы давно хотели закупиться как следует с теми играми, но вы не знаете, как пополнить баланс своего аккаунта? О, нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис steamcopycode.com. С помощью него вы сможете просто дешево и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. А также через этот сервис вы сможете приобрести игры, недоступные в РФ. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а мой промокод Маневрик снижает комиссию пополнения на 2%, а также дает скидку 10% на покупку игр гифтом. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта Monver. Вот сколько у меня тут. 1600 тенге находится. Все, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в Steam, выбрать валюту, которая придет вам на аккаунт, в моем случае это тенге, применить мой промокод Маневр, а также пополнить, и баланс на моем стиме реально пополнился. Ого, ничего себе. А если вы хотите пополнить баланс зарубежного аккаунта, вы сможете это сделать через подарочные карты Steam, которые есть на этом сервисе. Ну и все так просто, ведь Купикод — это целая экосистема, где развивают честность и лояльность по отношению к каждому клиенту. Ссылка на данный сервис будет в описании. Всем удачи. Так, чё, пацаны, прорываемся дальше. Блин, какие-то шутерки подослали. Пошли в очко все. Тут, походу, пилеметеры еще. Нет, это голубки всего лишь. Так, выпьем, короче, за их упокой. И продолжаем наше передвижение. Чё, кого мыши? Блин, какая-то мышиная просто нора была заколочена досками. Пошли нахрен. Блин, вы еще живые, что ли? Сколько вас здесь, ёпта? Блин, мыши какие-то. Хорошо, что у них взрывчатки в руках нету. Вы что, здесь бабло пересчитывали? Я слышал, кто-то на лифте приехал. Блин, вам вообще не повезет, пацаны, когда я с вами раз на раз здесь выйду. Где выход здесь? Здорово. Блин, тут тик-так, тик-такли. Короче, всех попускаем. Попускаем, змеиные бабы. Все змеевки отлетают. Получай. Ха! Залетаю. И попускаю. Просто все налево-направо. Крокодилы, не крокодилы. Все, держите. Мы прошли этот левел. Ну, держись, босс преступности. Сейчас он будет попущен. О, мы нарисовали писюна у него. На, как это называется, где должна быть проборена фейдиком. И сделайте кто-нибудь. Барбершоперы поймут, что это такое. Вот это, да, что, пацаны, сколько там левлов еще?
посерединке мы застряли на третьем. Муниципальный хаос. Получили, блин, хреново вы тут в своей башне преступности проживаете. Так, короче, пацаны, куда ты нахрен? Так, девочки, арбалетчицы, ну-ка дай-ка огнемет. Ёпта, мыши! Всех сожгу нахрен. Не подходи, не подходи. Дырявая мышь, ты посмотри-ка, они еще и меня сожгли. Просто меня с собой забрали. Ну, короче, вырываемся, пацаны. Так, раз, два, три. Нифига, строим на обед. Вы что за дэнс... Куда поперли? Куда поперли? Дай-ка арбалет. Дай арбалет. Да, блин, дай сюда тетиву. Я вас сейчас всех на тетиву. Ё-моё, мыши начали дэнсить. Куча мала, ты посмотри, какой клубок мышей. Все попущены одним колышком. Нахрен иди. Иди нахрен. Бля, этим мышам так и надо на меня наброситься. Ты-то посмотри-ка, а. Не, забери-ка себе этот огнемет, они прямо так и хотят меня притушить. Не-не-не, иди нахрен. Я вас, надо затоптать вас. Притоптать надо, когда человек горит. Не, ну человека не надо притаптывать, конечно. Посмотрите, хайповая куча. Челы откисают. Так, а чё, куда идти-то здесь? Короче, я зарядил, здорово, готоры. Я вам сейчас в руку двоих подряд, пацаны. Вот это да, мужики, а чё здесь, кто ещё? А, подача заявок в банду. Сейчас вы, блин, пацаны, в банду. Все здесь у меня отхватите. На всех хватит, пацаны, колов. Слишком много голов. Я вам скажу, факов. Блин, погоди, а тут налево. Да ёпта, это что такое произошло-то? И чё, мыши? Что вы пытаетесь вообще сделать с этим? На, нахрен тебе еще. Еще мало? Еще получай. Вы меня сейчас все отхватите. Блин, сколько лифтаков здесь уже понаприезжало с этими мышами. Так, готовы, сидите там. А мы идем разбираться. Где этот бандит дырявый? Ни хрена, что там происходит? Тихо, мышь. Сколько вас здесь, блин? Ну-ка, рассказали мне быстро. Надо, короче, вот это подрывать нахрен, чтобы это не взорвалось. Пусть оно там само подрывается каким-то образом. Опять огнетушители летают. А пацаны отлетают. Хреновая рифма, конечно, на глагола, но ничего, я думаю, рэпера мне простят такое. Здорово, пацаны. Щао, короче, операция подрыв вашего очка продолжается. Так, пятки-зенитки. Пошли, голубки. Просто отлетают. Блин, ну вы дырявые преступники. Здесь это что? Я думал, это картина с пулеметчиком. Я думал, это телевизор. Все, я попустил этих Михаилов. Дай-ка сюда миниган. Когда уже окончание этой катки? Ну-ка, здорово, псы, я вас сейчас всех здесь разбросаю. Блин, да сколько же здесь еще тентакли, блин, вообще все подряд. УЗИ дай сюда. Кто еще стреляет? Что-то там, по-моему, подрыв пошел серьезный. Там пацаны на бочках просто сидят на пороховых. По-моему, это уже кончина для них. Тут уже никто бы точно в живых бы не остался. А где выход-то, алло? Миха, ты мне, может, подскажешь? Не, ему, по-моему, вообще уже пофиг. А, вон там он выход. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не утонул в кислоте, нахрен. Себя греной подорви, братишка. Нахрен оно тебе надо? И ты тоже, блин, пошла ты нахрен. Мне прямо в ноги прыгает эта тянка. А здесь что? Хватит какать сидеть на работе. Кто здесь еще, блин? Блин, опять эти извращуги прыгают. Псы. Ну-ка, пошли отсюда, псы. Блин, где здесь выход? Да, блин, сколько здесь? Они просто в каждом каземате сидят, эти паскуды. Просто везде, на толчках. Да, сиди, какай на здоровье себе. Вот он выход, пацаны, наконец-то бы выбрались. Я думал, в лифте на самом деле Миха какой-нибудь приедет и пригубит меня. Но, по-моему, мы почти прошли уже. Так, давайте, что там еще? Ну, эта карта реально длинная была. Что там мы еще? Еще, наверное, пара остановок, да? А, не, мы сразу к боссу пришли? Последний пинок. Там чьи-то пятки. Короче, сейчас мы будем пригублять этого боссика. Иди-ка сюда, пацан, у меня уже дробовик. Так, здрасте. Иллюминаты. Так, Кроко, идите нахрен все. Сразу же голубки, не голубки. Ну-ка, тянка, ты мне, если что, свой ствол отдашь. И ты тоже, смотри-ка, прямо под меня сразу же легли. Раз, два, три. Сейчас на лифте понаедут. Ой-ой-ой, шутерские поединки. Со скарфейсами, давай сюда. Блин, меня так и хотят тут. Так и получилось, да, у них перестрелять меня. Ну ничего, ладно, мы сейчас еще раз проберемся туда. Открываем двери. Вышибаю этих крокодилов. Все ложатся под меня. Отлично. Оу, е, мэн. Оу, е, бич. Да ты прыгаешь нахрен. Тебе это уже не понадобится. Нифига она там развалилась, ё-моё. Она просто какая-то страшная индусская. Ой-ё. Вы, пацаны, давайте вы сразу же вылезете все толпой. И я вас пригублю здесь. По одному штрихи. Вам это все равно не поможет, то, что вы тут со стволами. Блин, нифига его браток прикрыл. Браток-иллюминат.
На нахрен. И там еще наверху какой-то шнырь бегает. Ну ничего, этого шныря мы сейчас проредим. Дай-ка пистолет. Пистолет дай, блин, это кроссовки, ни хрена себе. Узи еще есть. Где этот штрих? Где-то бегает, вон он бегает. Все, добегал нахрен. Идите сюда, кто еще? Давайте его на гранате там сами подорветесь. Я не знаю, каким чудом я выжил вообще в этой перестрелке. Так, ты нахрен иди. Ты давай сюда. Сеньор Помидор и Голубок. Сразу же все отлетают. Там, блин, опять с потолков висят челики, которые хотят меня устранить постоянно. Здорово. Блин, арбалетные бабы, которые пытаются меня снести. Давай арбалет. На, нахрен, здорово, в лицо улыбочку. Say hello to my little арбалет. Вот так вот, пацаны, у меня еще два кола. Кто хочет получить сегодня люлей? Здорово, дай сюда гранатомет. Там по-любому михи сейчас какие-нибудь будут. На, нахрен. Этот пацан, по-моему, не дожил. Хотел меня с разбега прикончить. А как тебе мой гранатометик, парень? Здорово. На, нахрен. Я же говорю, там михи. Я, блин, прям как в воду глядел. Патроны закончились в гранатомете. Надо вернуться назад и еще взять один. Где еще гранатометы? Алло. Где они, блин? Что-то нету ни хрена. А, вот четвертый. Ой, четвертый. Да, четыре патрона есть. Сейчас я их еще патрончиками закидаю. Иди сюда, иди сюда. На, нахрен. Надо прямое попадание делать в него, и он откиснет сразу. Все, сдох. И еще его дружочек хочет тоже запрыгнуть. Так, погоди, дай-ка сюда ствол. Что ты там прыгаешь? Хватит прыгать, блин, жижа, мэн. А здесь что, мне придется отбиваться? По-моему, за мной выехали уже. Нет? Что-то не понял. А выход-то не открывается. А как открыть? А, во. Так, мы готовы? Ну все, пацаны, пулеметная стрельба. Пошло. Просто кромсалово. Этих крокодилов отправили на убой. А, блин, надо главное помнить про перегрев пулемета. Я, блин, реально Джон Рэмбо в этом помещении. Слишком много крокодилов. Их уже можно в Красную книгу, походу, заносить. Ой-ой-ой, у нас перегрев. У нас перегрев. Ничего, ничего, ничего. У меня есть еще второй пулемет, мужики. На всех хватит. Блин, ни хрена он меня ударить хотел. Я тебе ударю, блин. Я тебе ударю. Дай-ка сюда. Ё-моё, сколько у вас здесь взрывунцы. Да что ж такое-то? Чё ж так много-то? Ля, пацаны, это помещение превратилось реально в кровавую баню просто. Блин, еще мышей подослали. Так, короче, против мышей у меня есть секретное оружие. Это мои пяточки. На нахрен. Получай, мышь. Блин, я, короче, у вас с пулемета. Они мне так и хотят ФПС просадить, эти пацаны. Ничего не выйдет. Сажусь за пулемет. Гаторы. Гаторы повсюду. Вылези. Вылези, дура. Надо отбиваться. Как могу, как могу. Ля, ни хрена тут бойня. Просто, пацаны, ёпта, что здесь вообще творится? Какие-то узихеры просто все подряд. Все подряд хотят. У меня лагает. У меня лагает уже. Что здесь за херня происходит? По-моему, надо отступать. Меня выгнали с помещения. Их сильно много. Блин, пацаны, да как от этого отбиться-то, а? Ой-ой-ой, ФРСы, ФРСы летят на дно. Лифт открылся? Здорово, да еще взрывунец приехал. Сколько вас здесь, а? Да сколько вас еще? Мы проехали? Хайповая музыка заиграла. Мы, по-моему, Это не выход? Или это выход? А, все, выход, отлично, мы прошли. А где босс? Where is boss? Мы, походу, приехали сразиться с боссом. Вот он, глава преступности. Ну, здорово, штрих. Че его, попускать? Я знал, что ты явишься. Только посмотри на них. Копошатся там внизу, будто крысы на помойке. Дерутся за объедки своих жалких банд. Так, конечно, спасибо тебе, Энгерфуд. В смысле? Я за свои кроссовки их убивал. Ты безупречно исполнил мой план. В смысле? Ведь это я приказал украсть твои кроссовки. Ты чё, охренел? Да-да-да, это был я. Я знал, что ты побежишь их спасать. Я знал, что ты победишь главарей. Этого я и добивался. Ты помог этому городу, Энгерфуд. Крупнейшие банды распались. Благодаря тебе я создам... Что он создаст? Хороший город? Что? Норма город? Блин, а там даже витринные мельницы есть. Только представь, никаких бандитов, мусора, мошенников и разгильдяйства. Никаких больше преступлений. Этот город станет чисто, безопасным и нормальным. Да ну нафиг, а? В смысле, как нормально? А я как жить там должен? Мои кроссовки, тихо. Но мне нужна твоя помощь. Вместе мы навсегда положим конец преступности. Что, блин? Ну что скажешь? Я думал, он самый главный преступник. Ты со мной, докажи, что будешь предан делу. Отправь пинком суперкроссы в огонь.
Отринь преступность и начни трудиться на благо норма города. Ты чё, охренел? Это мои кроссовки, я за них всех убивал здесь. Вместе мы перевернем мир, Энгерфуд. В смысле, я не понял. А, мне типа выбор надо жесткий сделать? Выбрать преступность. Выбрать порядок. Не, этот город слишком хорош, пацаны. Я преступник. Да, выбрать преступность. Пошел в жопу. Я ради этих кроссовок тут, блин, 4 серии всех месил. Пошел в очко. Вот так вот, пацаны. Вот это жесть. Я стал преступником. Министр преступности. Надо его пригубить еще пяточкой. Сейчас. А что, кого как пинас? А, мы пинаем его. Пошли, пошло, бля. Сейчас этот министр преступности. Какой-то он легкий, знаете, был. Я думал, будет тяжелее. По-моему, он расхлестался, да? Это самый легчайший босс, который только был вообще в жизни. Не унывай, парень. А что, заболел красный нос у него? Че, все мы его загубили? А где моя тяночка? Кроссовки отдайте. Я теперь главный преступник здесь. И статуэточку свою забери себе. Все, пацаны, вот это я злодей просто. Энгермен. 11 минут спустя. Во, мы теперь с тянкой сидим. Во, можно ей пятку на голову положить. Нифига, у меня ноги прямо не унимаются, пацаны. Ляхи двигаются. Че, можно чарончик пригубить? Опа. Будешь? Че за бредятина? Отпусти, блядь. Отпусти, а хавать будешь, да? Стой, погоди, ты комикс читать будешь, да? А как почитать? Тут это пепельница. Покури еще, блин, своего вейпа с моими носками. Во, вот это да. Можно еще и... На, покушай. Кушать будешь, не? Все, во, вот так вот. Я тебе носками только что всю грязь замесил. Во, и фоточка. Вместе навсегда с тянкой. Блин, ну и бредятина. Все, вот так вот. А руки потому что, наверное, не функционируют больше, потому что избил вообще всех подряд. Но это концовка. Я не знаю, это хорошая концовка или нет. Но я думаю, все хорошо у нас стало. Не, я, короче, понял. А что бы в хорошем случае было? Давайте заглянем. Ну и все, давайте попробуем выбрать, отвергнуть кроссовки. Я стал порядочным пацаном. Нифига себе, теперь порядок, да? Я выбрал порядок. И что произойдет теперь месяц спустя? Это уже не 11 минут спустя. И что, теперь чисто все? И я в пиджачке буду? Блин, я проснулся где-то... Это я где вообще? Я стал хорошим? Ох ты, нифига! Вот это ботиночки у меня. Я теперь собираю... Как они называются-то? Не лоферы. Ой, блин, не лоферы, а как они... Ой-ё, вот это красота! Какая красота! Вон пацаны приседают, занимаются йогой. Что происходит? Это реальная концовка или нет? Но в унитаз все равно загажен. А где моя тянка? Не понял, а где девочка? Что за фигня? Нифига, у меня тут тяги просто припаркованы. Целая куча стоит, город открыть. И что это? Я где живу вообще? Мистер Нога. Ножевой заточник. По-моему, если это так переводится. Санитар. Спорит насчет налогов. Блин, челики тут что-то прибираются. Ночная жизнь, мониторинг. Замена дверей. И хороший город улучшения. Блин, а что-то тут сильно как-то хорошо. Даже, блин, я даже пнуть не могу эти энергетики. 100% вода, чистая энергия. Ингредиенты, вода, воздух коричневый. Кто коричневый? Это вы, крокодил? Здрасте. Блин, это, наверное, тот чел, который хотел научиться. Блин, какие-то все мирные. И никто не хочет даже подпрыгивать на меня. Начать работу. В смысле начать работу? Не понял. Следуй за своими мечтами, написано на стикере. Фу, не, это плохая концовка на самом деле. Вот это реально плохая концовка. Это вообще плохо. Не, это вообще ерунда какая-то, пацаны. Ну я думаю, вы меня поддержите насчет того, чтобы сжечь министра преступности. Это лучшая концовка была, чем это. Это вообще какая-то гнилая просто. Ну все, ребята, короче, давайте на этом тормознемся. Это было прохождение игрушки Энгерфуд. Игра попущена теперь наконец-то. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комментарии. Всем пока.